Большое спасибо. Большое-большое спасибо человеку, который мне это сбросил. Ключик, к сожалению, сейчас очень тяжело получить на эту игру, потому что они его не продают, они его просто раздают. Раздают они его очень-очень-очень-очень-очень редко, ужасно редко. Так. И давайте тогда посмотрим. Я уже немножко поиграл, я выиграл даже 5 раз, абсолютно случайно. Тут нет, я выиграл по одной простой причине, потому что здесь уже есть готовые деки, которыми можно воспользоваться. Я еще не пробовал собирать свой собственный, хотя получил достаточное количество карт. Давайте сейчас тогда немножко поиграем, попробуем, знаете, что сделать? Попробуем выполнить вот это задание, где мы получим, закастуем 30 белых или зеленых заклинаний. Как раз, а тут я ответ есть русский язык. Хотя если я сейчас переключу на русский язык, потом читать эти карточки, там вообще не... по крайней мере, я к английскому привык. Так, ну, давайте посмотрим. Если уже смотрим на игру, если уже пытаемся в ней разобраться. Sound, ambience, бла-бла-бла, issue. Твою налево. Я думал, я абсолютно честно думал, что... Они мне дадут на выбор все. Они мне дадут... Нет, Magic the Gathering, Magic Duels, может быть. Magic the Gathering Arena, это то, это считается Hearthstone, это новая игра, это то, куда все будет двигаться. И нет, туда очень тяжело попасть. Ну или это считайте настоящая закрытая бета. Так. Давайте научимся все нашему правильному имейлу. А это... Может быть? Здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте, господин Смирнов. Тут проблема в том, что он... Он делает это именно столько раз, сколько я нажал на кнопку. Молодец, хорошо. Давайте снова зайдем сюда, но не будем нажимать на кнопку логаут. Потому что здесь, видите, оп, выбор. Если сюда, все, выбора не будет, сразу же выбросит из игры. И тут тоже. Все понятно. Притом, если я не ошибаюсь, тут, опять же, где-то очень странно спрятана кнопка для того, чтобы сдаваться. Игра еще в бете. Так что, да, притом в закрытой бете. Деки. Паки. Притом, как раз, очень-очень интересная вещь, на которую стоит посмотреть, это на то, сколько стоит у нас пак. А то есть, ну, да, давайте посмотрим. $5 за 750. Пак, по-моему, стоит... Сейчас посмотрим. 600. Это, как всегда, вот это вот козлистое, мы оставим у вас хоть немножко, совсем чуть-чуть денег, чтобы у вас было снова ощущение того, что нужно купить снова эти алмазы. Это козлистская тактика, это нормально. Но три пака. В одном паке там 7 или 8 карт. Мы откроем один пак, я вам покажу. Там огромное количество карт. С другой стороны, в этой игре у нас, скажем так, давайте посмотрим. Сколько у нас цветов? Раз, два. Ну, в общем, тут на каждый цвет свое отдельное... О, господи, боже мой. Доброе утро. Своя отдельная коллекция, которую можно активировать только своей маной. И тут так много карт, что...
Да, может быть, мы получаем за $5 три пака, но из этих трех паков мы сделать себе ничего не можем. Так что тут время покажет, насколько это честно и насколько это выгодно. Но, скажем так, мне уже нравится то, что... Так, давайте вернемся домой. А то есть ежедневное и еженедельное задание. У нас есть... Они нам дают достаточно золота. Вот. У нас бонусы за выигрыш. У нас паки за то, что мы выигрываем каждую неделю 5, 10 и 15 раз. У нас здесь большие задания. Тут еще было маленькое задание, которое я выполнил абсолютно случайно и не заметил, как я это делал. Но так или иначе, это... можно, можно. Притом, вы здесь заметите, что... По крайней мере, на моем уровне игры это очень быстро проходит. То есть каждый матч заканчивается ну очень быстро. Это, скорее всего, потому что я не умею играть. Но это не страшно. Так, давайте тогда, что мне нужно, белые и зеленые. Давайте тогда возьмем колоду, в которой белые и зеленые. Я, правда, ее еще вообще не играл. Но давайте посмотрим. Итак, тут в реальной магии один бустер 4 доллара стоит. Ничего себе! Ничего себе! Мне как раз очень странно, что у врага всегда вот это вот рогатое чудовище, у меня всегда вот эта рыжулька. Я абсолютно не против того, чтобы быть милой рыжулькой, но это немножко... Мешает то, что я не могу свою собственную картинку выбирать. Или я пока что не нашел, где я могу это делать. Текс. Ня-ня. Это выбор на одного. Еще? Еще одну ма... Так. Нет. Всегда приятно в самом начале игры держать... Тихо, я же... Я же вроде бы нажал на Маллиган. Или я нажал на Кип. Или я... Нет, я нажал на Маллиган. А теперь у нас вообще нету ни одной маны. Добро пожаловать в Magic the Gathering. Твою налево. Вот, да, чудесно. Две маны. Теперь я доволен. Где кнопка на то, чтобы сдаться? Вот реально, где она? Вон она, concede. Так, auto-tap. Видите, у нас тут вдруг, откуда ни возьмись, появилось больше настроек, чем в нормальной... Не. Не. Ну, не страшно. Так, давайте сыграем. Что у меня можно будет? Land Desert 4 или 3? Ну... Будем играть и будем очень надеяться, что можно будет хоть что-то сыграть. Я знаю, что первая была лучше. Но первая была лучше только по сравнению со всем тем, что у меня потом было. Так что это... Enter the battlefield tapped. Add. Окей. Подождите, что... Еще раз. Desert of Indomitable entered the battlefield tapped. А то есть одну это или cycling. Ага. Хорошо, я мог уже просто сейчас запустить эффект, но это мне не надо было. Так. Скажем так, я уже встречался с картами, которые они двухцветные, и поэтому выходят на стол развернутыми. Это уже это что-то новое. То есть я могу развернуть и добавить одну зеленку. А сайклинга? Что такое сайклинги? Вот это вот огромный-огромный минус Magic the Gathering. То есть, первое, тут нужно уметь читать. А потом нужно понимать, что ты прочитал. Потому что обычно вот то, что здесь только два, скажем, это одно предложение, две строчки большим шрифтом.
Это еще нормально. Вот. Вот это чудо. Давайте просто сдадимся, чтобы не мучить ни себя, ни человека. То есть там огромные пакеты текста. И сидишь и читаешь, читаешь, читаешь. Я... По-моему, я еще не получил. Нет? Так, хорошо. Давайте снова попробуем. Я смотрю в чат. Не бойтесь. Я читаю то, что вы мне говорите. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. Анимация наполнения колоды. Так, две маны. Так, за две, ага, нейтральные. Это три, это четыре, это пять. Это смешанное. Ну давайте, у нас по крайней мере будет один монстр в самом начале. Так. Правая кнопка мыши. Можно развернуть, чтобы видеть всю карту. Окей, хорошо. Все равно нужно уметь читать. И как бы... А, ну у меня пока что нету Eternal Lights. У меня пока что нету тех спецэффектов, которые у меня были в прошлый раз. Давайте котяку. Итак, что он? Each opponent chooses two cards in their graveyard and exiles the rest. Ага, то есть, ну... Давайте пойдем просто дальше. То есть у нас был спецэффект, но... Интересно, а почему мне игра сейчас спрашивает, нападать или нет? Она ведь развернута, она ведь сейчас не активна абсолютно. Скорее всего, потому что у нее есть специальная возможность. Или игра багует. Игра как раз падает достаточно часто. Да-да-да-да-да, то есть у нас, я понимаю, что, скажем так, я трогал, я даже не хочу сказать, что я играл нормально. Так, when seeking squares enters battlefield, it explores. Ну, эксплоры давай, вперед. О чем это я? О том, что я немножко трогал Magic the Gathering, но я в нем абсолютно не специалист, то есть это, даже на миллиметр не специалист. И то, что так... Давай, иди, иди. Ага, хорошо. Выкопало что-то. Что-то неприятное. И у меня сейчас будет именно вот этот вот момент, пока я научусь всему, пока я разберусь, что, где, что делает, пока я быстро не смогу реагировать на то, что происходит. И так будет с каждым. Он, скорее всего, он не выдержал моего жестокого нубства и сдался. Но, как это на хорошем английском называется learning curve. То есть, пока сидишь, тупишь, 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 и потом вдруг оно все так щелк, и пошло, и заработало, и можно более или менее играть. Да, я знаю, что это будет долго, и это будет длиться. Так, хорошо, достаточное количество. А, давайте оставим. Дамы и господа, вот насчет уведомлений Ютуба о стримах, это интересная тема. Давайте просто лес сыграем. Может быть, там на колокольчик нужно нажать? Там ведь это странная тема с колокольчиками. Так что... господин Moonrise, добро пожаловать. Огромное спасибо за ваше спонсорство. Такс, а чем я буду воевать? Ничем пока что. Whenever... Так, давайте прочитаем. A creature token enters the battlefield under your control, gain one life. Ага, хорошо. Твою налево, что это он... Ня-ня! Изверги. Вот это быстро происходит все, так. Я даже усмотреть за этим не могу. Pounce. Target creature you control fights. Target creature you don't control. Ага, то есть я могу просто их заставить драться. А то есть я могу... А, хотя они сейчас блокировать не могут. А кого бы?
Это enters, send skirmisher as flying as long. Угу. Давайте сейчас я сыграю лес. Давайте сейчас посмотрим, что я могу. Enchant creature you control, long control as enters the battlefield you may have. Enchanted creature, fly target creature. Gets plus one, и trample. Окей. Okay. Champion enters, you gain life equal to its power. А мне нужно лечиться? А давайте. Ей, немножко полечился. Будем атаковать. Атаковать. Да. Пускай. Тякс, тякс, тякс. К сожалению, здесь в этой, по крайней мере, в этой версии игры нету нормального туториала. И тут, по-моему, самая большая разница, к, например, ну, кроме того, что это абсолютно другая игра, но чисто дизайнерский подход Хардстоуна к Magic the Gathering. Здесь они выпустили продукт для людей, которые уже знают, что они делают. И, скорее всего, поэтому они не пускают таких вот людей, как я, которые, знаете, которые вообще никаким боком к этой игре не относятся. Пока что не подпускают. Чтобы не лезли, чтобы не тупили. Потому что в нее залезть тяжело. А Hearthstone, когда вышел, даже уже в ранней бете, у них был шикарный туториал, который как маленькая история давал разобраться. Так что... маленькая разница, но очень важная разница. Итак, что я хочу сделать? Untap creature. Ага. Это прикольная штука. Но. Давайте сыграем это. Следующее. Я хочу сыграть Pounce. Я хочу им напасть на него. Окей. И сыграем тогда так. Хорошо. И не будем все атаковать, а только будем атаковать этим. Один атакующий, хорошо. Все. А этот у нас будет, чтобы блокировать. Чтобы вот эта огромная дура на 4-2 меня не смогла бить. То, что в бесплатной Magic the Gathering есть... Нет, Magic Duels. Есть доступный туториал, это хорошо. А то есть, может быть, именно из-за этого бета сейчас и закрытая. То есть, потому что они все еще работают над игрой, потому что игра еще не очень стабильная. Они все еще думают, что будет и добавляют в нее. Это абсолютно понятная вещь. На это у нас и есть беты. Притом, знаете, это так странно сейчас играть в настоящую бету, в которой игра по-честному не доделана. Твою налево. Что это? Что он там наколдовал такого жестокого? Потому что я уже привык. Так, давайте тогда так будем делать. Давайте будем... Что значит? Я не могу... Но! Я не могу его заблокировать. А здесь я умру просто. А почему я в нем... Блок. Твою налево! Нет. То есть я его не могу заблокировать. Хорошо, здесь я умру просто так. Ну, притом я умру и не заблокирую его. Давайте так уже. По крайней мере, 3 урона не скушаем. Угу. Desert of True. Ага. Так, давайте. Угу. Теперь я могу наколдовать мне кого-то. Давайте тогда наколдуем. Кого мы наколдуем? У кого больше атаки или здоровья? Плюс один, плюс один. Давайте атаки, чтобы... Вот так вот, да. Тихо. You may have enchanted creature fight. Нет. Уже чтобы дрались? А, то есть я могу сразу же их заставить и убрать со стола. А давайте его вот уберем. Потому что он бяка. Так, не-не-не, подождите. Не-не-не-не-не. Я хочу не его, потому что его я могу... А! Окей. Вот так вот я хотел сделать.
То есть, подождите, давайте я сейчас попытаюсь подумать о том, что произошло. Мне моя магия предложила, если ты хочешь, то твое существо может прямо сейчас подраться с другим существом. Я так, не-не-не, я щелкну не на то существо, я говорю, не-не-не, я хочу с другим существом подраться. Потом игра мне говорит, что, ну, парень, здрасте, давай теперь тогда атакуй, раз такое дело. Нет, подождите, давайте его заблокируем. А что я считаю, мне уже можно сдаваться? То есть это было что очень-очень странно. Это было очень странно, и это было... На турнирах дают ключики. Это по идее тогда и классно, и правильно. Люди, у меня голос поменялся, потому что я сейчас болею. Так что, да. Те, кто разбирается в этой игре, игра сейчас забаговала или я заступил? То есть, может быть, мне нужно было на что-то другое нажать, чтобы сказать, что нет, я хочу не на этого монстра нападать, а на другого. Это было немножко странно. Сейчас я сделаю страшные звуки. Да, может быть, я отказался от вас. Ё-моё, где моя мана? Где моя мана? Вот, теперь я получил больше маны. Сами-то в руках. Люди с пиланки будет на следующей неделе. Итак, я, получается, отказался от скилла, а мог я как бы не отказываться от скилла, а сказать, что... Я хочу сделать этот скилл, но на кого-то другого. Текс. Давайте лес бросим. Хотя нет, подождите. Давайте лес и это бросим. Тогда у нас будет больше выбора. Мы могли уже сейчас прямо кошку сыграть. Имбаум. А, тихо. Вон оно объяснение, которое я слепой. А, может быть, его не показывало до этого? То есть я, скорее всего, просто слепой. Embalm. Exile this card from your graveyard. Create a token that's copy of it except. White zombie with no mana. Окей. Okay. Так. Давайте сыграем так. Exile Watchers of Death. Each opponent chooses two cards. Нет. Комп. Окей. Хорошо. Все понятно, тогда я слепой. Что? Какие атакующие? Это... Игра еще не... Вот, теперь я хочу блокировать. Ну, блок. Нет. Я все еще не могу блокировать? Ну, скорее всего, потому что она развернута. Игра, что ты от меня хочешь? Скажи мне, пожалуйста. Очень много щелков. Очень много моментов, которые... Иногда все происходит очень-очень быстро. Иногда все очень-очень долго. И что? Вот... Игра ожидает, что я сейчас что-то сделаю, что-то наколдую, что я что-то смогу сделать. У меня ведь маны нету, у меня вообще ничего нету. Я ничего... My turn. Окей. Тихо, у меня что? У меня auto-tap стоит. Тут, по идее, все. Я не знаю. Я не то чтобы сдаюсь, но я просто... Я знаю, что я не знаю, я абсолютно расслаблен. Все, получи мое 3-4 на стол. Так.
Ну, у нас еще все еще нету никого. Давайте будем атаковать. Может быть, я где-то что-то... Second main, click to add stop. Click to add stop. Нет. У меня просто такое впечатление, что до этого все было автоматически. То есть, если я... Окей. Я что-то нажал, может, не то? Untap, keep, tap, tap, tap. And turn. Attackers. Ага, кликай. Та-т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 а. Угу. Блок, но у меня нечем блокировать. Понятно, понятно, понятно. То есть, по идее, to remove stop. Untap. Вот по идее, с чем это связано, так? Ну, посмотрим, как это. End combat. My turn. Господи, боже мой, да. Я не хочу вообще, чтобы... Я хочу, чтобы игра все за меня сама думала. Я не хочу думать. Так, а может быть еще... Ага, видите, ля-ля, оно автоматически проходит по шагам. Хорошо. А то есть здесь мне хочется блокировать. Я больше не хочу получать по лицу урон. Давайте я тогда... Ах, кроп чемпион. You may exert anger, champion. Untappable creatures to control. Ага. Ну да, давайте сыграем. Он большой, страшный и толстый. И здесь я... Нет, я просто закончу ход. Вот и все. Я не буду атаковать, потому что я хочу сейчас ими пользоваться для блока. Не то чтобы игра сложная. То есть она не всегда делает то, что нужно. Она все еще в закрытой бете. Немножко багует. И с другой стороны, это я просто туплю, потому что смотрим на нее в первый раз. Разбираем. Да. То есть сейчас он от меня ожидает что? То, что... Я за него решаю, когда... Так может быть, я против бота играю? Нет. Мюркалбе? Товарищ Муркабля, это случайно не вы? Мир фолков нельзя блочить? Твою налево! Я только... Все понятно. Все понятно. Все понятно. Баги лишь с интерфейсом, да. Все. Окей, все. Их нельзя, их просто нельзя блочить. То есть мне нужно сейчас очень-очень быстро на него нападать. End combat, окей. Вот его я могу блочить. Он вампирский солдат, который стоит под солнцем. Все нормально, все хорошо, все отлично. Так, end of turn. My turn. Почему я решаю за него, как он будет ходить? Да, я буду атаковать всеми, конечно. Так, Асис. Давайте возьмем это еще раз. Давайте возьмем котяк. Угу. Мяу, 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 combat. Attack. All attack. Three attackers. Вот, вот теперь он будет. Да, дэмэдж, конечно же, дэмэдж. Окей.
Так. Мне все еще странно. То есть я знаю, что в этой игре у нас есть много фаз, которые можно иногда пропустить. А то есть если я ничего не могу сделать, то эта фаза проходит. Но в какой-то момент я могу, например, что-то наколдовать, чтобы карта ушла. Я могу что-то наколдовать, чтобы предотвратить атаку. Я могу наколдовать, чтобы, например, когда он защищается, я могу что-то еще наколдовать. То есть там много дополнительных фаз. Мне просто странно то, что я решаю за него. Может быть, вот именно из-за этой карты? Давайте запустим эффект и посмотрим. Я понимаю, что, может быть, я сейчас вступил и проиграю. Так. Ну, теперь, по крайней мере, я ничего не могу нажимать. А то есть, скорее всего, эта карта, потому что ее можно было сыграть в любой момент, скорее всего, поэтому у меня постоянно игра останавливалась и говорила, ну что, ты хочешь ее сыграть сейчас? Ты хочешь сыграть ее сейчас? А может быть сейчас, а может быть сейчас, а может быть сейчас? Может быть, оно именно так и было. Сейчас посмотрим. Да, но оно сейчас уже играется более гладко. Я, конечно же, сейчас очень радостно буду проигрывать. Так, что я могу? Это только артефакт или магию? Давайте тогда кошку сыграем. Combat. Attack. Всеми, пожалуйста. Да. Ну что, дяденька, будем защищаться? Будем защищаться. Ой. Так. Окей. Урон. Угу. И теперь мы закончим, да? Окей. Много щелков. Много щелков. Это, конечно же, приятно контролировать игру настолько. А вот честно, если объяснить человеку под названием Меркелбе, что я настолько туплю, а он все равно проигрывает, он бы обиделся? Он бы, скорее всего, обиделся. Чай? О, господи, боже мой. Чай я сейчас пью. Белый. Нет, зеленый. С апельсином. О, как. Очень, очень странный. Товарищ Меркелбе. Он думает, он решил сдаться. Мы висим, у меня упала игра. Нет, 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 там что-то происходит. Окей. А теперь у меня, скорее всего, таксик. Plus one. То есть у меня здесь еще просто дополнительные эффекты, которые я могу тоже запустить. И... Нет. Окей, давайте, идите вперед, атакуйте меня. Бейте меня, бейте меня. Я не знаю, почему ты, твою налево. Как можно игре объяснить то, что я сейчас не хочу, например, активировать вот именно это. Я хочу просто, чтобы игра шла дальше. Окей. О, тихо, он меня забрал кошку или у него? У него просто тоже очень много кошек. Ну, понятно. Мяу! Ух ты, ё-моё. Так, понятно. Он наколдовал на кошку плюс один, плюс один. М.
End of turn. My turn. То есть я заканчиваю свой ход, а потом говорю, что да, а теперь будет мой ход. Ну, давайте по крайней мере add one life. То есть я не могу пожертвовать. Не, не, не. My turn. Окей, кто это такое? Флэш, 3-2. Кики попути попуку. Давайте ее сыграем. Так, you may cast the spell anytime. You could cast. Ага, то есть я могу эту кошку в любой момент выпустить на поле, но оно в любой момент выйдет на поле развернутой и ничего не будет делать. Давайте будем атаковать всеми. Пускай он разбирается с тем, что нужно делать, кого блокировать и как ему выиграть. У меня 12 здоровья, пускай идет так, мне нужно еще раз щелкнуть. А вот интересно, сколько длится матч, если тратить время максимально на каждое решение? А то есть у нас сколько здесь? У нас 5-6 разных фаз, которые мы можем... Да, видите, вот когда начнет тикать 20 секунд, если я сейчас не буду нажимать? Угу. Ох ты, господи, 1,5-2 часа? Это жестоко. Это очень серьезно. Это слишком серьезно. Это не про меня. Ох ты, господи, боже мой. Сколько же здесь можно щелкать? Щелк, 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 щелк. Да, да. Да, 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 пусть, пусть. Я пойду играть с пиратами. Потому что вот это вот все так... Просчеты там, где, кого, на что напасть, что сделать, что решить, как правильнее походить. Это... Конечно же, когда разбираешься, это очень интересно. Но когда не разбираешься, когда хочется так... Я хочу, чтобы мой ход закончился полчаса назад. То это немножко все по-другому. Видите, он полечился, он выигрывает. То есть, вы честно, я болею за него. Мне было бы очень грустно, если бы он проиграл против меня. Так, окей, я получаю еще одну ману. Что это? Что я только что сделал? А, я потянул как? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну как? Я знаю, что я делаю. Мы будем атаковать всеми. Пускай он испугается. Я атакую всеми. Бойся меня. Моя крутая кошка проигрывает против отбафанной летающей кошки. За что? Дэмэдж. Ня. Тихо, он не умер к тому же? А черт, у него first strike. Черт, черт! Ну давай, давай, давай. Ня, ня, ня. Кошка. Ей. Я сказал. Ей. Она снова кошка, но она теперь... По-моему, ее просто окунули в манную кашу. Так, против меня попугай, летающая кошка, вампир, который бьет первым. И вот это вот чудо, которое невозможно заблокировать. Господи, я забываю то, что нужно щелкать. Да-да-да, то есть Slay the Spire, Hearthstone, все что угодно. Все что угодно, только, пожалуйста, не надо думать. Я ведь никем не могу блокировать. Че ты меня спрашиваешь, хочу ли я блокировать?
А нет, я... Тихо. Он меня спрашивает, хочу ли я блокировать. Хотя я не могу ни летающее, ни вот этого чуда блокировать. Окей, понятно, все. Там, идите. Идите все куда-нибудь в другое место. Кошку бросили не в манную кашу, а в сливки? Да, может быть. Это как раз, скорее всего, самая жестокая и классная смерть для кошки, чтобы утонуть в сливках. Я никогда не думала, что умру так, но всегда надеялась. Если он там тянет карты, он что-то... Так, я просто не знаю, если я сейчас сдамся, у меня засчитаются все те белые и зеленые заклинания, которые я сыграл, или нет? Сегодняшнее задание пытаюсь выполнить, а он думает, что я против него играю. Дяденька, играйте быстрее, пожалуйста. Да. Да. Идите дальше. My turn. Мне нужно для своего хода нажимать на мой ход. Cast out. Так, кого я накажу? Летающую кошку или вампира, который убьет первым? Cast out. Я хочу выбросить с этого стола. Попугай, конечно же, он мощный, но я просто, чтобы быть гадким. Что я... Только не говорите, что я не могу. Я же его прогнал. Так, cast out. Да, черт. Еще раз щелкнуть нужно. Ну и вот чат. Скажи мне, почему мой касталт не сработал? А нет, вон, тихо, где? А он ушел. Он ушел, тихо. Я просто на секунду посмотрел в другом направлении и... Вампира больше нету. А он ведь обычно там карта прячет. Это, скорее всего, баги. Это баги или я слепой? Ах ты, ёшкин кот. Нет. Снова нужно щелкать. Ох ты, ё-моё, ну... Я, конечно, я всегда готов сказать, что да, это я тупой, это я не умею, это... Но в какой-то момент нужно задуматься о том, что насколько игра хорошая. Я понимаю, что это все еще бета, я понимаю, что это закрытая бета. И... Если они посмотрят вот на это видео когда-нибудь, может быть, они никогда на него не посмотрят, но это было бы идеальным примером того, что, знаете, так, хорошо, люди, которые умеют играть в эту игру, они могут не играть, а люди, которые не умеют, вообще не могут, они забьют на нее за 3 секунды. Изгнание у оппонента около колоды. Вот. Нет. Ах, черт, налево. Давайте извинимся, господи. Я даже здесь извиниться не могу. Сказать, что извини, парень, я забываю щелкать. Я умер, наконец-то. Ей!
давайте пойдем купим пак. Так, где? Паки. Get packs. Пак. Окей, доминария. Отлично. Давайте откроем пак. Итак, в одном паке у нас сколько? 5, 8, да. Потом всегда одна из них такая... 3-3 за 5 маны? Что? Не, за 4 маны. Исторически это все шикарно, это все классно, это все красиво сделано. Оно летит и блестит, и я когда смотрю на эту, вот на эту карту издалека, знаете, без зумына, на Tempic Sphere, и начинаю, и где-то здесь я уже перестаю читать. Так, нет, я не хочу. Эти что, я хочу, я сейчас возьму пиратов и сыграю одну быструю, и на этом мы закончим соприкасание с этой игрой, по крайней мере, пока они не пофиксят все. Где они? Вот, все, пираты, вперед! Скажем так, сравнивать настоящую физическую игру с дигитальной обычно бессмысленно, потому что у дигитальной игры есть просто-напросто аспект, которого у дигитальной никогда не будет, а то это социальный аспект. Например, я, как новичок, прихожу в клуб Magic the Gathering, по-моему, игра вообще багует, то есть вообще багует. Мне даже карт не дали. Или он пока что решает, что... Да, вот теперь. Я прихожу в клуб, я купил себе там что-то такое, собрал себе что-то ужасно тупое, взял с собой все карты. Давайте оставим. И говорю, люди, я хочу с вами играть. И, ну, первое, они могут меня послать, и я тогда никогда не буду в эту игру играть. Или они скажут, ну, давай садись, давай посмотрим, что у тебя есть, давай попробуем сыграть. И тогда с ними уже учишься, с ними общаешься, можно даже когда долго длится посидеть, пошутить, это общаешься с людьми. И этот вот социальный аспект, это он очень важен в игре. А в дигитальной игре его нету. Поэтому, например, все симуляции настольного Warhammer'а, они играются очень странно, потому что, вот, например, Blood Bowl. Blood Bowl, по идее, веселая игра, которая матч длится где-то час-полтора часа. Но если играешь онлайн с оппонентом, мозг начинает кипеть, потому что все броски кубиков рандомные, а потому что против рандома ничего не поделаешь. То есть в реальной жизни сидишь за столом, можно посидеть, пошутить, там ха-ха-ха, у тебя это, о, как не получилось. Это мило, это приятно. Даже когда что-то не получается, это все равно приятно. А когда сидишь вот так вот за компьютером, и человек там где-то за 200 километров, и первое, с ним не пообщаться, и второе, сидишь и просто тупо проигрываешь из-за рандома. А у нее что-нибудь есть такое? Знаете, что я... Нет, я даже не буду блокировать. Пускай бьет, пускай подавится. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Маны у меня больше, к сожалению, нету. Ага. И атаковать я тоже не буду пока что же. Нет. Только не говорите мне, что я... Нет. С пиратами такого не бывает. Здесь думать не надо. Здесь просто выпускаешь монстров на стол и ждешь, пока будет его ход. Или когда закончится. О, Господи, он сыграл уже все свои карты. Дяденька, ну вы монстр. Ну... Талидомид. Триньедрат. Я не знаю, почему это так весело. И чё это я смеюсь, но... Потому что... Но! Я не хочу пиратов своих терять.
Ну и проиграем. Ну и бывает. Ну и не страшно. Твою налево. Так, магма спрей. Сколько? Два урона. Фанатик. Фанатик, фанатик. Что там я могу пожертвовать им? Но у меня... Я так или иначе магма спрей не могу сыграть. Ну, не страшно. Текст, текст, текст. Эти развернуты, а то есть я могу атаковать, спокойно атаковать, и при том пиратом. Дэмэдж. Закончить ход. И вот начинается. И вот начинается. Потому что я сейчас могу активировать эту карту в любой момент. И я так, на. Я разрешаю тебе сыграть свою карту, потому что я не хочу жертвовать своей обезьяной на один урон. Если меня будет сейчас спрашивать все 10 шагов, я тебе... Magic the Gathering интересен тем, что он сложный. А то есть это именно вот то, что игра сложная, она тем и привлекает. Да? Потому что здесь можно сидеть, можно по-настоящему интересные колоды необычные собирать. Можно собирать трехцветные, двухцветные, одноцветные колоды. Не, четырехцветных колод я еще ни разу никогда не видел, но может быть такое даже можно сделать, потому что вот, да, потому что у нас на руке 50 карт или даже 60. И это весело и классно. И Magic the Gathering хорошая штука. Просто можно ли такую вещь донести до масс? Можно ли этой игре обучить человека, который ее никогда не трогал? Вот тут тяжело сказать что-либо. По идее, я уже проиграл 10 ходов назад. Можно даже не задумываться, что ты думаешь. А, это он думает, захочет ли он активировать свой оазис. Окей, да. Угу. Давайте сделаем так. Дан. Я нашел карту. Так. Давайте просто побьем его немножко в лицо, потому что я уже проиграл. Да. Все понятно. Люди, знаете, что есть всегда такое ощущение, что, о нет, меня не пускают в бету, как это так? Не надо. Спокойно. Знаем, что здесь больше делать нечего. Это можно не трогать очень-очень долго, пока они ее не допилят. И им очень нужно хорошо подумать о том, как донести ее до масс. Потому что, ну, я не гений. Я тупой. И я при том тупой, который тупит. Активно. И это реально, это реально стрёмно играть.